Итак, друзья, продолжим обзоры на линейку FK модели 6 серии. Это у нас FK88. Сразу покажу вторую кнопку. Она функциональна. Так же, как и эта. Коробка у нас встречается вот в такой двойной упаковке. Аналогично, как FK78. С плотным картоном под Apple Watch. Здесь лоток для ремешков. Инструкция. Тоже приложение FitFly. Всем знакомое. Второй дополнительный ремешок нейлоновый на липучке. Зарядка магнитная в виде такой вот круглой таблетки с контактами. Ну, вкратце, что сказать. Динамики, ответ на звонок. Получение сообщений, все это есть. Кнопка быстрого доступа к набору номера, пожалуйста, сверху. Вот эта коронка активируется, и мы заходим в набор номера. Свайп сверху вниз, это у нас заход уже в интерфейс. Снизу вверх, здесь основные функции быстрого доступа. Зарядка батареи, фонарик. Режим не беспокоить. Так, Always on Display. Стиль интерфейса. Либо Smart стиль, либо такой квадратичный, своеобразный. Здесь кнопка подключения. Так, слева направо, вот оно. Интерфейс основного меню. Колесико можем приблизить, либо отдалить. Также есть, секунду, вот значок микрофона. При сопряжении можно зайти в голосовой ассистент, если вы подключены через приложение FitFly. Так, ну, остальное, что еще? Так, справа налево это шагомер, калории и сердцебиение. Все аналогично, только в основном добавилась вторая кнопка. Размер, конечно, у этих часиков не маленький. Один, так, 78 дюйма. Мониторинг сна, управление плеером, фитнес-функции, сообщения. Все это есть. Пульс, давление. Измерение кислорода в крови. Будильники, таймер, спортивные режимы. Ну, все, наверное, пока. И впереди у нас осталось из линейки FK, это 99-я с индукционной беспроводной зарядкой. Она еще ближе к оригиналу.